пожалуйста, какие выплаты полагаются беременной, если я нигде не работаю? В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 года органами социальной защиты населения назначаются и выплачиваются следующие пособия. Это единовременное пособие при рождении ребенка, выплачивается матери или отцу, или лицу, заменяющему их. Если оба родителя или это лицо не работают, не служат или являются студентами очной формы обучения. На данный момент размер данного пособия составляет 13 186 рублей 62 копейки. Также выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплачивается на матери или отцу, или опекуну, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию. На сегодняшний момент размер пособия данного на первого ребенка составляет 2472 рубля 49 копеек, на второго и последующих детей 4944 рубля 98 копеек. За данными пособиями необходимо обращаться в отделение приема граждан по социальным вопросам по месту своего жительства.